Привет, девочки, с вами опять Мэри с канала Мэри 6398. И сегодня с вами хотела немножко вам сказать о счет социальной сети ВК. О чем, как она выглядит? Ну, это PSDD. Так, это не то. Вот моя страница ВК. Давайте ВК. Неправда. Вот, все так обустроено. Я буду приближать, потому что она так камера не очень фокусирует. Это у меня камера, кстати, на телефоне, она работает очень так хорошо. Когда фоткаешь что-нибудь днем, например, ты где-то находишься, не в помещении, так вот на улице где-нибудь, в широком помещении, но идеальное качество. А сейчас оно испорчено. Честно, как на передней камере. Вот, и вот здесь, ну, как обычно, да, все идет. У меня вот такая вот тавка. И моя стенка. Мои любимые видео. Вот. Фотки. Группы, друзья. И так далее. У меня здесь есть... Ну, уже осталось довольно-таки мало записей. Всего лишь 5 записей. Я, наверное, еще поудаляю сегодня. Потому что я хочу как бы почистить ВК, так как я уже заходить буду очень редко. И редко с компьютера, поэтому мне нужно будет как бы почистить основное все самое. Делать, чтобы все самое необходимое, не так, что попало и так далее. Это мои группы, в которых меня назначили по... Ну... которых меня назначили поэтом, ну, работать или участвовать. И вот первый клуб, который мне позвали, это шел какой-то Феликс, да? Я не знаю. Ну, то, что меня пригласили, я тут как участница активно принимаю участие, как все здесь на клубе. Я сегодня добавила вот такой, то есть вчера добавила такой вот коллаж. Вот, здесь, кстати, в большом размере. Кто хочет, можете взять и рисовать. Ну, так все выглядит, не буду остальное показывать. И следующее, я, по-моему, покажу самое основное. Здесь их довольно много, тоже чистить надо. Это вот группа, в которой активно люди все-таки принимают участие. Это пингвины из Мадагаскара. Я очень сильно полюбила этот мультик. Вот такая авка. Такая авочка, но ее очень плохо видно. Немножко лучше. Да. Фотографии этой группы. И, естественно, же админ наш. Я. Ну, вот такие здесь видео. Такие вот всякие такие. Которые добавляют для своих зрителей. Хорошая группа, я ее обновляю. Стараюсь. Пока новых видео нету, я не участвую. Следующее это вот такая вот группа. Название прочитайте сами. Вы меня вообще тоже не видели там. Такая здесь авка. Ну вот. Что здесь есть? И все обновления. Сегодня я немножко тоже пообновляю, потому что здесь лишь 2 подписчика. К сожалению, да. Еще там есть группа битвы экстрасенсов, но я не буду показывать, так как там тоже народу мало и как бы уже как бы нет охоты. Ну вот, практически это все. Это практически все, что есть на моей странице. Я больше как бы не выкладываю ничего. Я хочу буквально делать чистку своей страницы. Конечно, не обижайтесь, сейчас запись будет удалена или фотография. Потому что, девочки, мне нужна как бы более чистая, ну, страница, что ли, да? А то я недавно еще, девочки, пожалуйста, на меня не обижайтесь, но я закрыла стеночку. Да, я ее закрыла, потому что вы мне писали, мне настирали приложений куча. И
Мне это очень сильно раздражало, раздражало это все удалять. Поэтому я больше как бы не открою ни для кого. Буду обновлять стенку, если в крайней необходимости, то сама. И тут для себя только, да? Я тоже поудаляла половину фото, потому что было много ненужных. Я еще сегодня уже почищу парочку. Ну зачем мне лишнее? Мне надоело также быть фейком, нам надоело быть и фейком и так далее. Но эти группы я не буду ссылки чистить, мне пригодятся еще. Потому что я как бы сижу там, почитаю иногда, что интересного, или что-то возьму так же. Ну вот это отписки власти. Еще девочки, хотела вам сказать одну вещь. И многие спрашивали, что я здесь делаю. Ну, не что я здесь делаю, а вообще чем я занимаюсь, у кого что я здесь провожу столько времени. В самом деле, я вам забыла сразу еще за мной. Одну вещь показать. Это музыка моя. Вот, как раз здесь песня какая-то стоит. Тут у меня очень большой список аудиозаписей. На телефоне, я не знаю, будут они работать или нет. Я еще проверю. У меня их всего, читайте, 1900, что ли? 1998. 206 аудиозаписей и 876 видео. Мои вот самые любимые, как бы, видео Шельки Петровича, я обожаю просто. Это как бы идет ее видео. Ну, там не все, но тут многие. Просто так, что я смотрю каждый день. Ну да. Практически только слушаю музыку, да? Музыку. Прихожу, слушаю музыку, смотрю видео, делаю авочки, смотрю видео Мишельки и тех, ну, людей на Ютубе, которых я просто люблю, те, которые у меня стоят. Сейчас вам покажу на секунду. Вот. Вот здесь вот. Посмотрите их. Вот эти все люди, которые достойны попасть в этот список самых лучших в мире. Ну вот, да, я в ВК не играю, ни в приложениях я вообще не сижу. Не сижу ни в каких ни приложениях, ни каких-то играх не принимаю участие. Я просто захожу и что-нибудь там навязываю. То ли снимаю видео, то ли какие-то делаю фотографии. Ну, там мне просто хочется посидеть, просто тут что-нибудь полазить, поискать. На телефоне общаюсь, да, девочки, я общаюсь, достаточно много общаюсь. И некоторые пишут, ну, девочки, я далека от общения, я как-то не очень люблю. Сейчас с вами общаюсь, но мне не очень. Если даже у меня личка была открыта для всех, я бы все равно никому не отвечала, потому что в этом нет особого смысла. Собрать и кому-то там да чего-то отвечать, если отвечать бред, как дела. Ну, тебе больше делать нечего, отвечать на такие сообщения. Ну, чего же и закрывают. И чтобы группами не рассылали ни спамом, ничего такого. То есть, знаете, таких людей довольно много, что лички и стенки вам не видать. Никому, кроме меня, стенки вам не видать. Так что извиняйте меня на этом моменте. Я сейчас пришло еще плюс 3 сообщения, я их не буду читать. Я сейчас тоже займусь некоторыми делами. Ну, считай, это было все. Смотрите мои видео. Всем хорошего вечера. Пока. Всех очень сильно люблю. Мои любимята мои на Ютубе, я вас просто люблю. Я без вас жить не могу. Мишелька, ты охрененная девочка. Без тебя я не могу. Как самой бессонки. И вас обожаю, люблю, пока.